Телезрители обратили внимание, что телеканал заретушировал силуэт Тимати, который сыграл в клипе роль многодетного кавказца. Тимати попал в черный список телеканала из-за конфликта с певцом Юркисом, который является сыном владельца РУ-ТВ. Напомню, что клип на песню «Цвет настроения синий» был опубликован на YouTube-канале Киркорова в конце апреля. За это время клип просмотрели более 40 миллионов человек. В нем также снялись Николай Басков, Григорий Лепс, Ольга Бузова и Слава КПСС.